Нелегкий был. Детство нелегкий. Потом приобрелся. Ну, если бы был совсем легкий, наверное, я был бы бойцом таким. Мы внимательно за всем следили, конечно, очень переживали за тебя. Я буду просить папу, чтобы он не строго тебя наказывал, потому что все-таки главную задачу ты решил, ты выиграл достойно и убедительно. Надеюсь, этот суд, который там сейчас идет, пройдет в нашу пользу. Что могу в этой связи сказать? Ну, мы понимаем, что дело специальное, папа понимает, чтобы вывести из себя, чтобы получить какие-то преимущества в ходе боя. Мы вот внутри страны, я считаю, что мы одна большая семья. Здесь чего бы ни происходило, нужно, конечно, избегать крайности, не допускать никаких прыжков, чего бы ни происходило. В семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты. Мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить. Не доводить, да. Я желаю тебе успехов. Спасибо. Спасибо.